Всем привет! Это канал Железные кони Латгалии. И у меня сегодня день рождения. Вот мои подарочки будем с вами открывать и жарить шашлык. Ну и как говорил я, что на 500 подписчиков сниму маску. Как раз пришел этот день. Ну, немножко потянем время. Так, посмотрим первый подарок. Здесь у нас бутылочка вискаря, как я понимаю. Больше ничего нет. Будем пить виски. Так, ну давайте вскроем конверты. Тут 30 евро. О, это хорошо. Следующий. Здесь 50 евро. И у нас получается, я недавно видел объявление, продается овца. Мы купим овцу. Вместе с вами заедем и купим овцу за 80 евро. Так, ну начнем с большого. Это мне жена подарила. Металлоискатель. Значит, будем с вами теперь еще и металлолом копать. Помимо техники. Так, идем дальше. А тут у нас что-то интересное. Сказали проверять все карманы. Начнем с маленьких. Что тут интересно? Опа! Это точно пригодится. Вот. Что у нас еще проверить? Опа-на! А тут у нас камера. Ну, следующее видео будем пробовать снимать на них. На нее, точнее. Вот самое интересное, что в этом мешочке. Опа! У меня теперь и логотип есть свой. Красиво. Круто. Круто. Ну что, посмотрели мы подарки. За овцой, может быть, мы завтра заедем, если получится, купим. Будем увеличивать хозяйство подарками. Друзья, кто за границей, всем привет. Англии привет. Ирландии. Если хотите что-то подарить, это относится к друзьям, не к вам, подписчики. У меня друзья тоже все смотрят, подписаны на меня. Если хотите мне какой-то подарок сделать, у меня в описании канала есть донат-счет. Дарите туда. Будем увеличивать скот, будет все потрачено на скот. Вот, например, эти деньги стабильно купим овцу. Вместе с подписчиками мы поедем и купим. Все будут видеть все вместе. Ну что, снимаем маску. Многие, кто еще меня не узнал, узнает сейчас. Маска была для меня, это легче разговаривать, общаться было с вами. Ну что, выпьем за моих 32. За ваше здоровье.
Всем пока!